Всем привет! Вот у меня проходит выгул крыс, правда, немножко незапланированный, поэтому с открытыми дверьми это происходит. Делаю у них уборку и придумала сделать им вот такое вот гнездо. Если они и его порвут, то я уже просто сдаюсь, я уже не знаю, что им делать. Вот такое вот гнездышко с полотенца, с половины. Это более, ну, вот здесь видно, насколько оно погрызенное. Поэтому из него сделала им лежак такой, такой диван. Оно сложено вдвое. А этим я уже буду завешивать клеточку, чтобы было более-менее тепленько. Вот так вот им позакрепляла все. Финька, Финька, и куда ты ускакал? Вчера так играли с Финькой хорошо. На полу, правда. Мой зайка. Боря где-то лазит в диване, Вжик тоже куда-то умотылял. Не знаю, где он. Пока я помыла поддон, Вжик вернулся в клетку. Да, Вжик, ты вернулся. Ну, с тобой это все ясно, с тобой это все ясно. Ты такой кабан, ты такой холеный мальчик, холеный, красивый мальчик. В общем, я им сделала так уютно-уютно вообще. Сейчас, блин, я ж, наверное, не засуну ее теперь. Я не знаю, я надеюсь, что получится засунуть. Но типа клетка в шкаф входит вообще очень плотно и так. А я тут, получается, вот еще и полотенце у меня здесь втрое. Угол такой сделал, чтобы вообще уже ниоткуда не дуло, стационарно. Чтобы они уже ничего не рвали мне там. У них там будет очень уютно внутри. Вообще темно, уютно, тепленько. Все завешено классно. Да, Взыкочка? Да, Взыкочка. Взыкочка согласен. Ой, а кто это там пришел? Иди посмотри, как я тебе сделала классно. Сейчас, короче, я уже клетку насыплю этот наполнитель, засуну внутрь, покажу вам, как оно будет. И реакцию мальчиков. Получилось у меня все-таки все запихнуть. Не так уж было сложно, как я думала. Стоять, Боря, да что ж такое-то? Погуляли уже все. Теперь темно снимать. Вы представляете, была уверена, что у меня есть опилки, а у меня, оказывается, ничего нету вообще, ни капельки. Но у нас проходят выборы, поэтому газеток на улице я немножко собрала. Постелила все газетки, которые у меня были, им на пол. Завтра куплю опилки, поменяю уже им тогда. Наполнитель. Да, Боря, иди кушай кашу. Жикочка, иди кушай кашу, давай. Худорба. Не заставить его есть вообще просто ужас. Не хочет ничего есть. Насильно кормлю практически. Чистота, да, пацаны? Что собачка моя хочет? Кашку? Ты кашку хочешь? Ты хочешь кушать? Да. Хочешь кушать? Ты же кушала уже, ужинала. Так, мальчики, вы гуляли. Все, отстаньте от меня. У меня есть дела. Ну, кто самый голодный? Финик самый голодный. Барюня, хорош. Где Вжикочка мой лазит? Писает на газетке? Правильно, для этого мы их и постелили. Все, вот так вот, короче, там обалденно. Я бы сама там спала. Ну и куда ты лезешь? Барюня, давай мы попозже с тобой об этом поговорим. Не сейчас. Сейчас у мамы дела. В том числе и уколы подготовить всем необходимые. Все, ребята, спасибо за просмотр. Пока-пока.